Конструкторы. Очень люблю конструкторов, потому что у них всегда четко, все ясно, детально, просто в таблицах, в графиках, понимаете, всегда ты можешь понять, о чем идет речь. Да? Особенность этого интеллектуального такого подхода – это взаимодействие причины и следствия. То есть человек всегда четко понимает, что из чего вытекает. Есть одна проблема с конструкторами, потому что они, когда начинают про что-то так серьезно думать, и вам кажется, что они думают, они на самом деле решают терминологическую задачу. То есть мне кажется, что я так все образно, красиво, интересно рассказал, а он такой говорит, конструкторы это что? Какие бывают? Где бывают? А почему вы использовали слово аналитический? В каком контексте? И так далее. И это у тебя голова трескается, а ты думаешь, он с тобой разговаривал, а он там внутри себя просчитывает интеллектуальную модель. Вот, поэтому иногда у конструкторов бывают проблемы, что они вот как-то застревают. Вот, начинают что-то очень продумывать, думают, и оно у них вот как-то ни к чему не приводит. Вот. С этим надо бороться, всем конструкторам. Но вообще тип красивый. Вообще вот мой любимый философ Людвиг Витгенштейн, это вот такой был прямо конструктор. Прямо лего, я бы даже сказал, конструктор. Вот.